Всем привет! Сегодня готовим закуску к пиву. Рецепт для любителей пива. С чем вы пьете пиво? С рыбой, с орешками, сухариками, чипсы и что-то в этом роде. Но я хочу предложить вам альтернативу. Полезная, вкусная закуска. В любом израильском баре вам предложат к пиву адамамы. Адамамы – это зеленые соевые бобы. Вот я здесь купила 3 упаковки различных видов. Но что их объединяет – это рисунки зеленых бобов. Адамама готовится быстро, вкусно и съедается тоже в момент. Единственная затрата времени в этом рецепте – это пока закипит большая кастрюля с водой. Вода у нас закипела. Идемте всыпать. Всыпаем наши стручки в кастрюлю. Закрываем и ждем, пока вода еще раз закипит. Все, наша вода закипела. Мы должны вытащить эти бобы, это адамамы, в воду, воду с холодную со льдом. Я тут приготовила, чтобы процесс варки быстренько заканчивался. Смотрите, они уже прям сами раскрываются, эти соевые бобы. Наша адамамы готова. Я его промыла, через дуршлаг слила воду, переложили в салатницу. И нам нужно для этого рецепта крупная соль. Крупная соль, мы солим это все крупной солью. И половинка лимона. Поливаем еще, чтобы хорошо лимон выжать, нужно его так потыкать. И хорошенько поливаем лимонным соком. Закуска к пиву полезная, вкусная. Она может понравиться даже тем, кто не пьет пиво. Ваша задача добраться до зеленого зернышка. Как? Либо руками достаем вот это зеленое соевое зернышко, либо зубами, но кожуру мы не едим. У нас сейчас корона, поэтому праздник мы устроили себе дома. Я думаю, вам тоже очень понравится. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем бай! Пока!